Мы начинаем церемонию награждения среди участников 2011-2012 года республиканского турнира по футболу «Летние каникулы». Друзья, можете поаплодировать друг другу, вашим соперникам, ну и, конечно же, всем призерам. Все молодцы, все бились до конца, все заслужили свои места. Ну, конечно же, мы желаем вам в будущем занимать только первые места и трудитесь до конца, идите до конца и боритесь. Ну и, конечно же, в начале награждения хотел бы предоставить слово главному судье турнира Кушину Балатову Каршагаевичу. Ну, хочу поздравить вас с победой, команду там, призеров за прошедший турнир. Хочу, чтобы вы хочу поздравить с началом каникул. Отдохнули, набрали сил, эмоций на следующий учебный год. Сейчас проходит, начался чемпионат Европы. Смотрите, учитесь, берите лучшее. Ну, хочу пожелать в будущем, чтобы у вас было больше побед, больше. Стремитесь к лучшему. Удачи вам. Спасибо. Красная Блада. Мы продолжаем церемонию награждения и на очереди у нас награждение лучших игроков турнира. Говорят, он человек считается половиной команды. Это же, конечно, вратарь. Вратарь — это душа команды, сердце команды, подсказывает своим защитникам, полузащитникам, куда играть, куда бежать. И, конечно же, делает игру. Лучший вратарь турнира по футболу «Летние каникулы» среди детских и юношеских команд 2011-2012 года становится вратарь футбольного клуба Арсан Мажораев Давид. Давид, оставайся здесь, возле баннера, для дальнейшей общей фотографии лучших игроков турнира. Лучший защитник. Это те ребята, кто не дают пробить своего вратаря, создают ему такие моменты. Лучший защитник турнира по футболу «Летние каникулы» становится игрок команды КИФ Толибай Фарсет. Да, вставайте рядом, переходим далее. Игроки-плеймейкеры в виде знают, что есть такие игроки, как Хави и Иньеста, которые создают игру, делают игру. Но сейчас, наверное, у вас лучшие – это Беллингемы и все остальные, кто к этому стремится. Лучший полузащитник республиканского турнира по футболу «Летние каникулы» становится игрок футбольного клуба «Арстан» Мелешенко Савелий. Я думаю, игроки награждаются своей игрой, показанной игрой во время всего турнира, не только в финальных играх. Я думаю, судьи и организаторы это все подметили и выявили лучших игроков. Ну и, конечно же, самая заветная номинация – это лучший нападающий, ведь каждый из вас стремится забить множество голов. И лучшим нападающим республиканского турнира по футболу «Летние каникулы» становится игрок футбольного клуба «Парасат» Валиханов Ануар. Вставайте в центре и сделайте общую фотографию лучших игроков турнира. Ну а мы переходим к награждению призеров турнира
республиканского турнира по футболу «Летние каникулы» среди детских и юношеских команд 2011-2012 года. Третье место в республиканском турнире занимает футбольный клуб «Парасат». Я предлагаю соперников, кто заняли первые, вторые места, наградить аплодисменты ваших соперников. Вы еще не раз встретитесь на футбольном поле, на футбольном поле. Еще не раз будете играть против друг друга. И помните, на поле вы соперники, а в жизни вы друзья. Во-вторых, наш завтра. Быстро вставайте в памятную фотографию. Первый ряд на колени. Сзади стоите и улыбайтесь. Переходим к награждению второго места. Футбольный клуб «Парасат», можете вставайте тоже, вставайте на свои места для завершения награждения. Второе место в республиканском турнире по футболу «Летние каникулы» среди детских и юношеских команд 2011-2012 года награждается футбольный клуб «Кифс». Кубок и заветные медали. Туда подходи, сюда. Вон туда тоже можно. Один туда, один туда. Да. Туда тоже подходите. Ярко, гада. Команда «Парасат». Куаныш агай. Команда «Парасат», можно вас попросить встать на место для завершения церемонии награждения? После церемонии можно уже будет пофотографироваться, хорошо? Диплом за второе место, кубок и медали. Футбольный клуб «Кифс». Переходим к главной номинации нашего турнира, республиканского турнира по футболу «Летние каникулы» среди детских и юношеских команд 2011-2012 года. Первое место, кубок, ну и, конечно же, золотые медали получают игроки футбольного клуба «Арстар». Мы поздравляем всех призеров республиканского турнира по футболу
летние каникулы. Всем спасибо. Участвуйте в соревнованиях, приезжайте на наши турниры, участвуйте и завоевывайте первые места. Коллективное фото было? Друзья, всем хороших и приятных летних каникул. Тренируйтесь и, конечно же, живите футболом. Футбол – это жизнь, друзья. До скорых встреч. Давай. Я тебе сделаю. Едуль, давай сделаем ему этот. Коридор. Я тебе сделаю, блин. Давай сделаем. Покажи. А чьи щитки, пацаны, оранжевые? Грамоту. Олег, щитки твои оранжевые? Тут челик. С мячом. Человечек. Спас, да, не хуй. Тебе вешал.